лишнее, ну ладно. Не буду. Я постараюсь быть очень оригинальным. Ну, поздравить его, Василия. Ты же не слышал, что мы говорили, поэтому. Хочу с днем рождения. Пожелать. А вы еще в школе работаете? Максим, ну я же тебе рассказывала, что любой сын преподает. Ты не поверишь, что я не знаю. У Максима Мудрова. Да? Нашим же классом, ты не рассказывала? А вы работали раньше в школе? А я думал, куда же откуда-то я вас знаю. Я в школе преподаю. Кстати, возможно, я увидел вас в школе. Выложишь в YouTube под названием «Макс жжет». В общем, хочу пожелать вам здоровья, сил, учеников. Кидать тапки детей. Ну, может быть, могут появиться другие методы воспитания. Другие предметы подрывать. Хотя это классика жанра, так что не надо отказываться. Я надеюсь, не на всех применимо. Вот. Ага, сыночка, жалко, да? Не, ну... Жену, ну что, с нас люди получились из него. Нет, это не вопрос. Вот, крепкого здоровья, хорошего настроения и дома, и на работе, и чтобы ученики доставляли, может быть, не всегда, но в основном, да, чтобы осадок оставался хорошим. Ученики нашли, что осадочек остался. Козловский, отвечай. Да. Я не готов. Чтобы ученики заставляли. Да. Спасибо, Макс. Потеря, как у него там бокал не уменьшается. Не доливают быстрее, чем я.